Хочешь получить Battle Pass 50 или 100 уровня не за 3500, а за пару сотен рублей? Легко, на тестидроп уже завезли горы компендиумов и паков УВВов. Выигрывай новую личность на Пуджа, Антимага, а также арканы на ВК, Квапу и ВР. Открывай сундук, выбивай приз и сразу выводи его полную стоимость себе на Steam. Переходи по моей ссылке прямо сейчас и пополняй баланс промокодом ImbaCase и получай халявный сундук боевого пропуска с гарантированным дропом. Тестидроп, шансов больше, чем у Габена. Здорово, с вами Имба, и сегодня мы вновь отправимся в Russian Defense, где, как я и обещал, попытаемся убить Энигму, чем перевернем игру и будем вместо того, чтобы защищать Рошана, наоборот, уничтожать. Что из этого получится, сейчас вы узнаем, так что усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео, если оно понравится, и приятного просмотра. Погнали. Так, сразу звуки вырубаю. Я на лайк. Так, чёрт дерево моё. Так, куда? Не докатился парень. Тяжело попасть сюда, наверное. Так, давайте, кто там посильнее, проходите сразу, что называется, взад. Куда подальше. Спасибо тебе. Помогу. Благодарю, помог. Помощник 3000 в деле. Слушай, а может мы как-то с тобой сразу пойдем заберем? А, не, мы его, наверное, не заберем, да? Смотри, я сейчас могу собрать толпу. Вот. Трех пачек, и ты можешь разлетить. Так, не, у меня смысла от этого ульты абсолютно никого нету, пока я не получу БФ. Я хотел в мидбоя просто собраться. Мидбоя? Ну давай тогда, ну, собираем тебе. Ой, что-то больно, еще рано. Ладно, пошел я оттуда тогда. Ты как ульти ты атакуешь-то? Ты же не должен наглиться. А это турбо, да? Да. Это турбо. Да какого фига он наглится? Чертов крип. Шо, банан не собираем, а? Чё не хаваем? Кто разрешал? Я в этот раз не хочу собирать это говнецо, так что собирайте сами. Это кто тут пришел у нас? А. Что вы тут забыли, молодой человек? Пришел. А кто у нас на лане стоит? А, понял. Как обычно. Леня. У нас лесников там многовато как-то. Да нормально, это ж турбо, сейчас быстренько вылезем отсюда. Ага, а Женя-то умный. На то он и Женя. И сейчас все такие Жени в чатике. О, да. Это все про нас. Я да? Профессионал кастомщик. Профессиональный кастомщик, понял. Помню, я обмолвился в прошлом видосе, что взял тут профессионалов с собой. Если было такое. Почитали, да, комментарии? Да-да. Понравилось? А я не читал. Профессионалы. Мне было лень смотреть сейчас видосы. Ну вот, не поленись, посмотри. Подожди, а ты же, кстати, играл, да, с нами в прошлый раз? Нет, вроде, я в прошлый раз не играл, тогда Doom с этим, ну, с Волоником играл. Тогда тебе повезло. Мне главное, я с себя вину снял, третий раз в эту кастомку играю, ну, за сегодня, по крайней мере. Вот. Поэтому многого не знаю, многого не понимаю. А фармлю и наслаждаюсь. Основная моя задача в этой кастомке — выфармить 1000 стаков себе. Кстати, должны убить Энигму, пацаны. Энигму мы убиваем. Обязательно. Если нас не снесут крипы, как это было последние несколько игр, то мы обязательно должны снести Энигму. А кучу вообще никто не хотел бить. Нам дамагера не хватает жестко. Что ты делаешь? Домой еду. Давай, ну, едь я отсюда. Я частично дамагер. Типа у меня там, ну, безумная скорость атаки будет. У меня изначально пассивный этот. Типа у меня постоянно врубленная ульта алхимика, можно считать. Неплохо устроился, слышишь? Типа если мне на скорость атаки что-нибудь накупить, да, то я могу разогнаться очень сильно. Девятка. Ну я думаю, тут с этим проблем не должно быть, скорость атаки купить себе. Проблема. Папа, что?
Вот эти вот парни. Игровой билет позволяет войти в страну дураков. Что это такое? А, это, короче, Женя дай. А что за страна дураков? Короче, там мини-ивентик такой, типа, за него дают посох. Куриц, это на этого. На Женя, самонера. Надо тебе? Интересует? Ну, давай потом скажу. Это же вроде вот тут? Да, да, да. Ну ты когда пойдешь там, покажи хоть как это все работает. Собирайте бананы, собирайте бананы. Там, короче, знаешь игру, типа, там 9 изначально куриц, одну убиваешь, типа, везет, не везет, там... А, в правильном порядке? Да, в правильном порядке, короче, надо нажать всех куриц. И типа ты не знаешь, порядок ты надо чисто на рандомно. Ладно, я думаю, мы потом как-нибудь к этому вернемся в моменту. Она, кстати, неплохо так статов дает. Кто, играет-то? Но, это нет, предмет из игры падает. Пока не рискнул. Ой, так, ну 1000 лайков на видосик, если вдруг этот видосик выйдет, то я пойду в следующий раз в Russian Defense сыграю в этот ивент. Так. Плюс уровень. Я иду получать билетик. А, 100 баксов. О, ну или так. Тоже сойдет. А, чё ты умер? Это быстрый ТП на базу называется. Не, вопрос даже не почему, а как. Ульта. У меня ульта, суицид и дает статы вам. А, неплохо. Навсегда. Слушай, ну давай тогда по КД прожимаю ее. А чаще умирай? Да, умирай чаще, парень. А от обычной смерти у тебя не повышается, ну? Нет, а там что-то. Еще хилит нас. Там 10 атрибутов потом на последнем уровне будет. Слушай, ну заряжены атрибутами мы в этой кастомке, в этой катке будем так нормально, я так понимаю, да? Ну там КД огромное. А, минута. Ну там же атрибуты растут. Ну да. Ну вот, тем более. Блин, слышишь? Я думаю, ты больше нафармишь в этом, в лесу. Там типа с одного этого столько, сколько с его ультимейта. Ну, в принципе, да. Ну, лишним не будет. Это же все суммируется в конечном счете. А, разберем бабку. Бруду? Да. Ну, давай попробуем. Не думаю, наверное. А хотя бы на новичке. Ты первый. Я так со стороны попишу. Ага, понял. А ты сможешь потанковать? Нет, наверное. Ну тогда 10 секунд, подожди. У меня пассивки пускают. Я на мотороллере могу приехать. А, она больно бьет, но... Я с крита убил. У тебя есть крит. На, я крит прожал, нормально. Один крит, и ты убит. Левый коронный, крит похоронный. Я тоже хочу кушать. Зачем? На. Кать, ты можешь, наверное, уже пойти на эти, на деревья. Да, сейчас пойду. Деревья. Ну ты ж всех не выфармишь. Так, я думаю, брони взять немного. Вот сейчас 5000 нафармлю. А у Жени тут, слышишь, блин, нормальный крип такой стоит, 216 урона. Тупо нон-стопом стоит, фармит. Тебе помочь? Что, когда это руты появились у крипов? Помог? Обновление, что ли, было? А у тебя БФ уже есть? Нормально. У меня первый. Я думаю, первого, в принципе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что там так бананы скидаешь, алло? Да, мне что-то прям больно сейчас сделали, ребятки. Боялся умереть. Не, руты тут слишком больно. Я что-то в это долго... Я даже БФ не могу собрать. Потому что я не дальничек немножко. Давай, прожимай. Кстати, ты не собираешь Яшу, что ли? Тогда? Кто, я? Да. Такой Яшу неплохой предмет, но для начала. А, ну, в перспективе, может, она соберу. Она изменённая. В смысле? Она там стати есть, которые потом довольно тебя бустят.
Понял, сейчас, значит, соберу. А я думаю, что на всем рекомендуется? Сейчас соберу. Еще не вопрос. А во что ее апнуть можно потом будет, интересное такое? Из интересного, наверное, ничего. Понял. Короче, так, на... Это ранее. Да, да, да. Типа просто, чтобы пофармить первое время было комфортно. Не, здесь 3D не такой мощный, как бы. Тут, тем более, даже не... Не Кая, а Азура Блейд. Не знаю, для чего вообще переименовали. Ну, я думаю, это еще было сделано до Кай, и поэтому так называется. Не, он там полностью вообще изменил. Это не Кай, да? Ребят. Ух ты, как! Пайпер пришел. Разберетесь? Или прийти помочь? В принципе, я пойду помогу. В принципе, да, я, наверное, разберусь. Ну, если поможете, будет быстрее просто и все. Так, ладно, иду тогда помогать и как раз свалю отсюда. Где я? Все. Помог. Пришел. Ну ладно. Да там одну кнопочку нажимаешь, ультимейт, и все. В принципе, разговор окончен с парнем. А, слушайте, а я без маски играю, оказывается. 50 куриц. Вы там бананчики собираете? Грибы! Какие грибы? А, он, короче, куриц заспавнил. Какие грибы? Я здесь стою, набиваю. А почему они все в одной точке заспавнились? А потому что где они умирают, там они и спавнятся. А, тогда надо делать вот так. Да. Вот так и вот так. Так, у нас 89 бананов. 18 рыб. Сюда, ребятки, идем. Вообще ничего не собираю, неинтересно. Вот ну что, еще животных кормить будем, что ли? Не, они ж хотят собрать там... Медвое. Да, а, да, да. Медвое будет. Ты хотел? Ну я кор, я уже в бинбо не соберусь. Ну тогда не знаю. Там предметы такие же остаются. Хотя если будет много денег, я смогу пересобраться вообще. Ну я думаю, по деньгам тут проблем не должно быть. Да господи, вот это было. Ладно, попробуем, если насобираем, то... Надо было им этот услуг сделать. Так, ладно, понял, ошибся, признал, ладно. Осознал, отстань. А ты что там сделал? 70 хп оставил. Просто 70 хп. Ой, как критулечка приятно вылетает. Так, рыбка, бананчик. Неинтересно. Жигуль едет, блин. Валера просто талант интересный, ему по нему. Вот и все. А то вы вообще Рошана, если кого интересует, приходите забирать. По-моему, Рошан не настолько мощный. Переоценивать типа. Сейчас мы всех заагрим тогда вот так вот. Слушай, спасибо, что подсказал вот эту тему насчет, где крипы умирают, там и возрождаются. А ты сейчас увидишь, что я здесь делаю. У тебя там вообще сейчас будет трешак, да? Смотри, вот последние крипы умерли здесь. Ну я представляю, сколько там сейчас крипов будет. Взяли, усилили лайновых крипов, теперь они части вражеских крипов убивают. Ну, один тайт,
О, последний медас. Медасик вот этот прям вообще приятный. У меня самый последний. Ну ты какой модный. А, ну так ты там фармишься быстро. А я так понимаю, оно пассивно может схавать крипа, да? Оно хавает крипа и дополнительно тебе. Интересно, убью я его? Ага, убил. Музычка прикольная. Я 3000 голды получил только с того, что призвал один скилл. Кого призвал? Прорезал один скилл. Неплохо ты там устроился. Ведьма. А, опять она. Не, мы же не набывал мужа, она простая будет. Разберетесь там сами? Или прийти помочь? Не, там они сами, наверное. Ну, я, меня плюс один нужен, я танк. У неё 11 тысяч хп. У меня урона 200. У меня 200. Мне так нравится. А, 600 как бы есть уроном, но я так далеко. Сейчас доформлю вот эту вот фигню. А, 4К. Чё, идти? Женя, я понимаю, ты помогаешь, но... Иду. Так-то это я стакал не для тебя. Ну блин, ну я кушать тоже должен. Я не могу фармить более мощно. Ай, умер. И опыт не получил? Опять? А почему ты сейчас умер? Так ты взял, прыгнул и все на меня, весь урон. Так оно и так на тебя весь урон был. Ну сейчас критом кого в тебя бил, а так все меня начали душить. Да. Ну сорянчик. Минус весь опыт. Даже 25-го нет. Так, ты рапировня будешь собирать? Да, соберу. Это-то... Блин, может это что-нибудь собрать, попробовать на такое универсальное, что и на коры, и на... На этого подойдет. Я Октарин почему-то не вижу. А, вот, рапира ветров есть. Так, ничего не произойдет, если я тут спушу? Уже не важно. Так, мне нужен сатаник, сопротивление эффектом прям хочу. Прыжина бабочка. Так, этого босса забрали, да? Нет, не забрали. Да, вот когда дофига вот этих снайперов стакается, не круто. Ой, 25 тысяч крит. Здрасте. Жалко, эти легионки дуэль не дают. Да отстаньте. Так, главное теперь не... А-а-а! Курьер! Чуть не убили курьера. А, напомните, где у нас находится Эмбер? Сюда вроде, да, куда-то идти? Да, вот сюда, и сейчас налево пойдешь. О. Вот это что ли? Нет, это ивент как раз таки там. Сейчас налево и просто иди по дорожке. Ага, понял. Засейби Урсу, пожалуйста, как-нибудь синюю. Ты кому говоришь? А как я засейблю? Не знаю, иди умри. Иди умри. Он потом заново заспаудится, не переживай. Тупо иди умри. Это же не поможет, там же сплитшот все равно. Как же магия больно пробивает. Ай! Магии не пройти. Ай! Как часто спавнятся крипы? Боссы? 5 минут? Да, у вас сверху написано. Крипы примерно раз в 3. Не-не-не, не крипы, а боссы. Вот я сейчас убил Эмбер, через сколько новый появится? Да чё за башня-то? Кто-нибудь... Слишком много настаканных этих... Подскажет? Сларваров. Ты чё, мои стаки фармишь? Боссы вроде... Три... Ну где-то, да, 5 минут где-то отправляются. Всё, короче, на 20 какой-то надо будет пойти. Не, конечно, на новичке на лане стоять бесполезно. Потому что я вот за 20 минут нафармил...
20 тысяч. Сука, убили. У Влада там один ар 20 тысяч стоит, а у меня ценность 20 тысяч. Какой ар 20 тысяч стоит? Ну хотя, в принципе, ну да. А у меня он такого... Плюс-минус. Уйди! Да я не буду, пар. Я мимо. Женя, ты решил и тут попотеть прям вообще максимально? А убьешь вот эту вот фигню? Чтоб ТП-шиться можно было. Наверно. А я потихоньку выйду в перчаточку ту. А вот с этого босса что падает, напомните? Сука, все-таки застанил. Вот здесь вот, ребят. Так, кто? Ну, после подкрывного ничего отряд не падает. А хотя, может, выпадает, я просто не вижу предметов, если не интересно. Там, я не помню просто. Там кентавру помочь нужно. Кто? Сука, ребят, помогите. Фидом? Они просто идут на трон. А, это механоиды эти. О, спасибо. Собственно, все. О! У меня крипы заспавнились. О, здесь муншарды можно кушать. Тут в бесконечных количествах. Так, а мне хватает на телепортинке? Не хватает. О, зачем я это взял? Так, короче, здесь фарм-зона, можете, в принципе, пофармить, я здесь настакал. Вообще не интересно. Вот мне интересно, но... Ну так пусть кто-то вместо тебя на лайне станет. Жень, пойди постой на лайне. Скрипом своим. Переапали. Че, Кент, подойдешь? Да, скоро. Да сейчас до пуша, до трона. До трона? А, ну, ты вот до это ледяного трона имеешь в виду? Я думал, ты до этого трона собрался пушить. Так, эту подругу убил. Ай. Блин, как же они удобно сделали, что таблеточки вот эти вот на статы выпадают в слот для нейтрального предмета. Так, в принципе, я собрал все рыбы. И гоните куда-то, где там фармит. На сларках. Наверх поднимаешься? А, там уже фармят. Я, ну, это я. Наверх, наверх иди, здесь пиков нет. А нормально он? Типа, у меня вампиризм не работает. Мне прям просто прилетел стан после ультимейта. После скилла, точнее, этого. Нашел место, да? Да, сейчас подойду. А то я даже тараску не собрал. Ну сейчас купишь. Можно подняться. Блин, Жене так и заблочим его, ты чё обманываешь? Так, 27 минута и перчатку выбью. Мне снайперы ультики не дают. Нечестно. Так, как-то тебя так провести бы. Курьеры тут очень долго возрождаются, прям. Три стана подряд! От кого? По таймингу! От Лин! Они по таймингам все вязают! Молодцы! Чтоб, чтоб моя Лина в паблике так юзала, да? А четвертая с ветрами стоит. Так, надо же на рапирку потихонечку собираться. Чё вы так далеко агритесь? Да, статов тут неплохо так поднять можно в этой локации. Я поэтому и фармлю здесь.
Просто 27к, здрасте. Мне бы так. 10 раз меньше хп. 53 тысячи крит. Так, раненько еще, ладно. Я думаю, я переформил Влада, посмотрю на его слоты и на мои, и что-то понимаю, что нет. А мне вообще грустно становится. Я тут пришел чисто для фарма. Не, на далеких тоже снайпер, если не сильно бесит. А, ребят, там кто-то, какой-то босс идет? Это Никс. Может, толпой сразу зайдем? Так, у тебя 100 картов, что ты его, наверное, шотнешь за один скилл. Там 45 тысяч хп. Ну всего! Да ладно, там крит больше. Блин, ну мне 30к не хватает. Ладно, лечу. У него... А, у него 30 брони. Я попробую что-нибудь сделать. Я здесь уже. Найс, я в этот попался. Подайте, ударю. 52 ковид. Я вот так смотрю и кажется, вроде как мидбой мне достанется. А вы собираете его хоть? У меня вон 48 бананов. Если смотреть на все, то 187 бананов. Так, не хватает 26. А что значит проиграл? Пассивное пригорел, проиграл. Это что значит пригорел, проиграл? Так, я рыбу скинул. Так, вот рыба. Так, вот. Так, 122 рыбы, бананы, рыба есть. Мяса не хватает. Мясо 13. О, прилетел. Здорово. Привет. Кстати, что там по тинику? Ой, чё-то ты его вообще как-то не проносишь. А это третий. А-а-а, тогда... Главное ультимейт не провтыкать. Дает владельцу предмета силу огня, давая огромную мощь, но снижая защиту до нуля. Брони ноль. То есть даже зеленую? Да. Да, все по нулям. Тебе это вообще не выгодно. Ну, понял. Сларк регенится быстрее, чем я убиваю. Тихо, ребят. Садите свое волнение. Так, я понял, мне здесь нечего фармить. Я просто создаю фарм-зоны. Так, не, ремень. Вот если бы мне кто-то сейчас помог. Видишь, как я помогаю? Ага, понял, помощник 3000. А он каждый удар станет меня, сука. Все, отвали, брат. Можно пару конфет там оставить на полу? Пока не исчезают. Пока нет. Они разве исчезают? По-моему, только еда исчезает. Еда только исчезает, конфеты ест. Я еще 10 кахов набил. Вот, сейчас набил. Так, может, отступнику тогда не огня надо собирать рапиру, а какую-то другую? Может, ветра можешь попробовать. Ветра, она в дэмэдж вроде как. Не, ветер это типа... Давайте мне ветра. Это больше ловкость, наверное. Не, я ветра собираю уже, забей. Кто-то хочет Сларка убить? Вот тут живой. Ой, слишком жестко. Ага, давай-ка под ультимейтом. А мы, кстати, Трента убили третьего, не? Так, получается, нет, мне нет. И надо ветра собирать, я ж ловкач. Я тоже ловкач. Так, рапира огня тоже на ловкачи, она, типа, дамаг повышает. Ладно, начал собирать, соберу уже. Надеюсь, не перегорю. Типа,
Блин, у меня тут 13к осталось несчастных. Так, вы все тут обитаете чутка. Ребят, кто-то пройдитесь, поубивайте боссов. Вот тут слава, вот тут тренд. Так, мясо, надо собирать что-то. На, с них бонус типа всем падает, да? Да, предметы просто нужны для сборки ракет. А, понял, сейчас, секунду. Блин, ну у меня вот тут 10к осталось. Ладно, иду. Кого там нужно убить? Ну, Трента и Сларка, получается. Так, иду на Трента. Курица горячая. А, это то, что они этот костер вступили. Так, ну я, в принципе, создал фарм-точку. На ней можно неплохо подняться. Так, вторая баба. Воришка какой-то приближается. А, это который вещи воруют. БХ, что ли? Дорогие ему не давайте, да. А, если что, вот здесь будет фарм-зона. Здесь вот. Где-то два умника. Так, у него сплэш какой-то есть? У него нет сплэш. Так, я понял. Сейчас, я настакую побольше. Так здесь только Фурион. Его и без меня могли убить. А? Блин, я столько времени зря прошел. А мне еще и 40 секунд кулдаун на ТП-шку. У кого? У меня. У тебя? Ну, это еще без меня. Так, ребят, если там какой-то босс нужен убить, вы сначала зайдите, проверьте, есть ли он там. Чтоб вот так вот зря не бегать. По-моему, там левел и денег получил с босса. Так, в смысле, а почему перчатку не привез? Перчатку не перевозит разве курьер? Нейтральные предметы вот эти вот. А, нет, не скорее всего. Тогда ладно. А, так, рапира огня. Можно мне рапиру ветра все-таки? Ну блин, я бабочку уже собрал для него. О, все, есть. А, броня, кстати, есть у меня. Это. А, это если прожать активно. Так, куда я на рыб-то пошел, держите в форме. Чубриков. Так, а где? Я убил. Какая анимация красивая с этой рапирой огня. Это имморталка на сцене. Да, которая дорогая имморталка вроде. Да хорош меня пинать, алё. У этой имморталы куча. Кстати, этот сплэш, когда ты критуешь, там снизу появляется такой эффект. Видишь, типа раздробленная земля. Ага, классно. Там проработанные имморталки когда-то были, валы. Типа той же имморталки на снайпера. Что тогда мне собрать? Это что такое? Можно мне тогда проклятую рапиру, я не знаю. Проклятую? Ну проклятую тогда собери. Проклятую. О, мы без кентавра, оказывается, играли. Клятая рапира просто. Так, где там говорил фарм делал? Дальше, где два умника. Попец ты бьешь! Ой. Под ультимейтом у меня 0.10 скорости атаки. То есть 10 секунд, 10 атак в секунду. А это еще у меня дабл атака есть. То есть это около 16 секунд атак в секунду. Так, мне на проклятую рапиру. А, стоп, даже не 16, больше, наверное. А, 84. Ах, сука. Куда ты далековато пошел, не? Я попытался провести, не получилось. Где там? Да. Да это к Энигме! Ну ничем. А чё, здесь тут помимо Энигмы еще вон что-то есть. Короче, там есть боссы, из которых дропаются гемы, которые увеличивают процент на урон навсегда. Так, мне дико нужен МКБ. А если конфету подняли, она уже не кладется.
Блин, а почему рапира не дает элементарный True Strike? Потому что ничего не проработано. Может, он разработчик написать? А здесь подумал, куда силы прожимает. Тупо не круто. Здесь старая механика, Дот. Так, что такое сфера земли, сфера огня? Повышают эти, там написано. Да, там проценты повышают. Я тебе про них говорю. Урон, ХП, интересно. Там всякие модификаторы, скорость атаки и там остальное. Классно, значит стою, фармлю, собираю. А Тинника кто-то убил? На Энигму определенно рано еще выходить. Ну да, мне так кажется. Это один из самых сложных боссов, его даже не всегда забирают. Ну вот, мы заберем. О, ребят, там кто-то идет. Там Блудсикер идет. Сплоша, который бьет. Бегу. Так, полагаю, уже этот Мидас апнутый не интересен. Здрасте. Ой. Оля. Так, не понял. О, вот пока ты рядом. Сходишь сюда? Сюда. А приди, я ТПшность на тебя. А можно понять, когда с вампира будет дроп от станик третьего? Так, Влад, эти ботинки тэпают на точку. Что, когда он третьего уровня будет вампир? Да? Это не к герою. Ладно, тогда иду. А какие герои дропают, тэпают? Которые предыдущего уровня. Вот видишь? Угу. Так. Точно. А эти тэпают в любую точку карты. То, что у меня в любую прям? Да, просто нажимай куда хочешь и тэпнешься туда. Огонь! А что ж ты молчал? Да. Ой, а тут что-то еще падает с него интересное. Вот мне нужна вот эта штука. Ой, нет, не вот это. Вот это. Ну, у меня слотов нету, приди забери. Сейчас. Где там она? Так, я, наверное, сейчас приду. За ней. Что-то подфризило. Так, господи. 60 ко всем атрибутам, 45 к броне. Так. Этот с кого выбрать? Варлок где находится? Кто-кто где? Варлок? Вот он. Нет, не будет. Так. Все, я пошел фармить эти вот огня, здесь, магня, да? И так далее. А, Варлок вот тут. Сейчас прилечу сюда. Здрасте. Так, что там по меду? Что мы собрали, что нет? Пойдем попробуем Энигму убить. Хотя вряд ли получится. Еще рано. Давай с моей рапиры, когда она уже появится. Ну тогда. Ладно, хорошо, давай. Блин, я опять себе не взял этот МКБ. Тупо не попадаю. КП? Кстати, а мне интересно, а если 100 сфер земли нафармить, так это можно вообще бессмертным стать? Уменьшение входящего... А, вот усиление магии мне 1%. Нафиг не нужно. Сфера огня, бонус урон 1%. Так, а куда мне формить? Так, клопа. Клопу мы заберем? Не заберем ее. Я соло ее заберу. Ну тут мне нравится фармиться. Подожди, а ее надо прожимать, да, на себя? Сколько у меня мясов? 25%. Что это к мясу и пятка? Голова Рошана. Кто-то хочет Рошаном стать? Так себе моб. Рошан слабый, что ли? Да. А, вот с атрибутом. Нормально, я возьму. Это Илинка! Я оставляю.
Блин, определенно нужно МКБшку. Ребят, а где вот тут стаки? Ты знаешь, в чем прикол Рошана? У него пассивка, короче, как обычного Рошана, добавляет тебе статы, хп и каждую там минуту вроде бы. Но при этом, когда ты его вручную делаешь, это очень долго, потому что на 30-й минуте уже ты все, типа, вот эти все эти 40 минут ты не стакал. Это по так, а у нас кастеры какие-то есть? Магию надо кому-то увеличивать? Наверное, самонер. Но... Ладно. А каждый стак дает 1%, да? Так, какой прекрасный денек снаружи. Так, птички появятся тут. А это эссенс появился. Ой, это он сейчас нас будет к себе. Так. Вот и ТП. Как его убить? А эти убивают гастербастеры. Все? Вот эти. Да, и типа у кого радики есть, то так вообще просто стоим АФК. Мы сразу просто на автоатаку стали. Я тоже могу. Но только ему-то урон не наносится. Пока. Всем пока. Увидимся, пацаны. Ждем ТП-шку. Жень, хорош. А этот поехал просто через всю карту. Нет. Так, все нормально. Вот там барабаны. Так, Жень, для тебя. А его бессмысленно бить. О, ой. Бежим. Ааа! Вот ты видишь, как он просто проджимает. Ну он довольно нечестно. Ты видишь, что. Это нечестно, ты понимаешь, что он просто берет, тэпает со всей карты и прожимает этот скилл, который ваншотает любого. А что деревья? Тупо читер. А где дом? Дом вот. Вот он. Тихо. Хойся! Сколько у него там? Три жизни осталось. Вот, кстати, босс. Что? Вот тебе достойный соперник. Вот там босс вверху. А что там за босс? Интересный. Да как, я уже был вне РНЖ. Кто ты мне сбил? Вот видишь спектра? 75. Отражаемый урон 99,9%, понял. Подожди, я хочу с ним... Подожди. И что будет, если ее убить? А ну ты к ней. Ты себя убьешь скорее. А, он пробить не может? Может, от духа поднял. У него 2 хп регена. Куда ты меня скинул? Ну давай. Сука, он призывает и сразу убивает. А ты не пробьёшь, надо несколько бить. Давайте добьём этого. Типа если мы в несколько будем бить, то... Так там осталась одна жизнь у него. Я гастербластер, дают деньги. Вы не фармите, я пофармлю с ним. Так, это и надо их убивать, чтобы убивать босса. Не его бей. Бей вот эти штуки. Я бью все, что вижу. Бей хоть что-нибудь. Я нашел обуз. А, тут-то я утомился. А почему я своего этого могу бить? Нормально. А что за обуз? Мне ТП-шку сняли. Идем к спектре. Погнали. Одену. А мы там друг другу убьем, если вас так много будет. Смотри, сейчас Леню убью. Понял. У меня урон не проходит. Я хотел. Ты там 300 статов, блин. Нормально. Больше статов. Так, я хотел пофармить. Я буду Варлока убить. Можешь убить Варлока, Валат? Валат. Ну, мы его вроде убивали уже. Ну давай. Надо еще один раз с него. Шмотка не дропнулась. Нет, точно. Это тоже не дропается. А так? Нет, это там третий еще вроде. Один, еще один уровень. На следующем уровне Кираса. Все, будет. Дропнулось. Так это другая. Нам Варлок спул. Варлок. А, тоже выпалось? Блин, иди и забирай. Я заберу. Так это третий варвок был, мы уже, да. Террасу уж второго. Ладно, не варвок туда. Так, наконец-то я пришел к вам с МКБшкой.
Где? Вот здесь вот. А это моя. Это кура летела у меня. Так, что там по еде? Там есть 100 мяса? Так, ворочить скул. В смысле? Что за музыка? Что за муда? А. Атрибуты не хватает. Для некоторых вещей атрибуты нужны. Как будто не хватает атрибутов. Почему я зомби кинг? Потому что ты заюзал его, но при этом не это. Это ж проклятер. А, вот, зомби кинг. Он, кстати, тоже мощный персонаж. Он премиальный. Ты, короче, проюзал, собрал примет, когда тебе статов не хватает. Типа проклятие, так можно сказать. Все, новый персонаж у тебя. Неплохо. Ты, короче, берешь, стакаешь крипов. Спасибо! Собираешь кучу зомби. Этого зомби ты можешь превратить в пуджа с огромным количеством статов. Так подожди, как это произошло? Он собрал, а как понять, что тебе хватает статов? Там написано, сколько надо. Написано, вопрос, что всех статов надо? Видишь, или типа при убийстве стакаешь зомби. Подожди. Они навсегда. И потом да, ты их... Хорошо, проехали. Я купил все шмотки для рапиры. Куда она делась? Вот она. Где? А, понял. Вопрос, собирай предметы. Необходимы атрибутов. Это каждого атрибута или как? Нет, это надо этого. По-моему, основного. Необходимо 1000. А у меня основной сейчас на нуле. То, что ты так, проклят. Сфера огня не забирай. А, у тебя нет, ты теперь силовик, держу в курсе. А где мои топ-статы? Где ты исчезла? Всё, так это как новый персонаж. Да, ну, а, да. Ребят, да, босс. Распектор, не хочу спекту. Босс, валим. Это тот босс, который на прошлый раз снес. Угу, я понял. А, позапрошлый. Ну тут изи будет, просто Влада из арты. Это больно. А что это было сейчас? Дисперсия, что ли? Нет, они когда умирают, взрываются. А, понял. Верните мой мотороллер. Можно мне статы? Я тоже хочу статы. Кто хочет статы, пошлите на Энигму. Моё. Какая еще броня есть? Радик армор, герой хелм. А ну у тебя все есть из такого нормального. Так. Ребят, вот тут статы валяются. И не только. Приходите сюда. На Энигме. Так, подожди. Сразу два ТП просто. Я заспавнил пуза, и что делать с ним? Ой, это ж касатели эти. А что с пуджом делать? Стоп, да, но мощный крип просто. Понял. Он совмещает в себе всех вот этих мелких крипов. Типа ты стакать можешь как можно так, больше. Так, а я статы могу раздавать? Вот, смотрите, статы лежат. Давай попробуем. Где-то выложил их на базе. Крипы можно поднимать, только они кладутся в доп слот. Нет, точнее не в доп слот, а... Нейтралку. Подожди, а где я их? Я их выложил, и где они? Ты их выложил... В мир иной, понимаю. Капец, я настолько накупил статов и выложил в мир иной? Да. А стоп, почти. А где они? Не знаю, я вот даже говорю, скупился, выложил. Наверное, надо было... Надо было просто взять себе в инвентарь и выложить вручную. А у меня должно быть 1000 именно основного атрибута, да? А не важно там белый или зеленый? Так, то должно вот здесь вот выкладываться. Чего? Нет, не важно. Рапира там за 100к у кого-то лежит. У меня это. У меня и тогда хватает. Че, можешь попробовать Энигму? О, здесь рапира щит. О. Ребята, придите, помогите Энигму забрать. Я смог взять клятую рапиру. Так. Я гвардиан могу нажать. Ну придите все сюда, слышь? Я сейчас подойду. А, ну да, сейчас. Угу, быстро. Статы собирайте, я их не беру.
Так, как... у него, столько, а как она загрелась? Как мне к вам быстро попасть? Бля, она меня чисто пробивает. О, пошел урон. Уу, ничего себе у меня скорость атаки. 0.07 скорость атаки. Ладно, у меня так. 0.07. Неплохо. Убили? О, 75-й. Что это такое? Дай посмотри. Я экспо не успел получить. Разрушитель баланса. Не надо. Это стороны меняют, мы должны будем наоборот Рошана убить, а не дефть его. Так, погнали. О, вот, давайте, стоп, не прожимай. Пошлите, короче, по лайну, давайте все пронесем. Где я? Ребят, давайте курьера убьем. Поможете? Да, кстати, его убить можно, там 9 урона надо. Так, я могу призвать теперь чела. Раз, помню, так это что идем. О, смотри, теперь за мной чел ходит, который хилит все. Как его убить? 9-9-9 урона носить. Ну можно хотя бы я в этом поучаствую? Так приходи сюда. А, бежи, бежи. Ты купи себе ботинок. Вместо чего? Что надо? Ой, ребят, я слетаю быстренько тут. За дефа. Я пущусь. Что? Почему? А, у них урона, это, брони тут много. Еще маленького пуза. Собирайте статы, ребят. Где? Вот статы лежат. Плюс 50. А. Не, плюс 50 я сам съем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не знаю, у меня такой шум от атаки идет, что я не слышу, что происходит. Я вам и так 200 статов дал, отдайте мне. Нужно больше статов. Все. Ладно, с курьером хрен с ним. А, давайте, короче, пушим по миду. О, 99. А вы помочь не хотите, нет? Ребят, мы тут уже... Тут осталось. Ладно, лечу. 25% готово. А от урона зависит как-то, сколько мы ему будем наносить? Да. Ты видишь, как урон пошел, когда ты пришел? Это тоже. Как сапогом теперь. Так, а он только вот сейчас пулешил. Давайте осталось чуть-чуть. Офигеть. Вот это урон. 40% готово. Так, возьму-ка я все криты. Ну, а, ну, или ну, по нему не критуешь? Критуешь. Вот и произвели его ульту? 100 стаков этих копий. 600 урона. Ой, даже не 600, сколько. О, пошли критулечки. Вот орн, повесьте на него кто-нибудь. Да. 6, что вы вообще делали? Так, я уже спавлю. А почему у него так опасно? Вы вешаете на него Боторн? А, мне и так второй раз. Я думал, почему у меня этот цеп не знает? Я ни у кого не вижу Боторна, пацаны. Ну сейчас. Мишень имеет 100% здоровья. Офигеть. Есть Боторн. Во! Смотри, как урон сразу вырос. Все, сейчас последний уже. А это что такое? Предметик. Физические атаки в магические. И кто его заберет? Кому он нужен? Снижение урона 90%. Дай. Снижение урона 90%? Дай подержу. Дай подержу. Не, это кентавру, наверное, надо. Ладно, ребят, давайте пушим по миду. Надо трон не сломать, вражеский. Да, трон не ломаем, и я переворачиваю игру. Можно подождать меня? Вот что это было. Это опирает.
Я тут пешком идет, можно подождать меня. Купи сапоги. А, я телепортироваться могу. Так, ну что, переворачиваю? Случайно тронуть пушку. Ой, отойдите, крипы, крипы. А ВД можно убить. Это враг. Давайте. А, вот, переворачивать игру, это как раз вот наш ВД должен был быть. Мы убили нашего ВД. Давай, переворачивай. Сейчас. Понеслась. А. Мне назад идти! Мне назад идти! Нейтралы. А, наши крипы, привет. Нейтралы наши. Вы издеваетесь, я сюда столько ковылял. Чумная повозка. Подожди, так это наша. А где она выйдет? Это наша. Но союзник появился. Жень, приручай. Это один из самых мощных боссов. Там 7500 урона. Миллионов. Ой, а что с крипами? А как их убить? Они мощнее стали. Ну что ты понимаешь, я игру перевернул, вот я там просто так что ли? Я не думал, что так оно будет сложно. Жень, приручи ее. И ты уже. Женя, веди ее к нам. Ускорил. Слушай, а как мы вовремя перевернули игру под повозку прям? Ай. Кто рапир у земли включил? Что за жизнь происходит? Меня как будто бы сплэш выключили. Урона просто ноль. А вообще-то просто у них брони 99%. Давай повозку. А куда ты? Куда? Остановись. Женя, атакуй крипов. Набьет только здание. А, понял. А ты прожми третий этот, третий скилл ее. Во. Зомбя вылезла. Слышь, урона. Надо было подойти впритык к трону и прожать как тогда, перевернуть игру. Крипа увели на этот, на ХГ. Сколько не магическое сопротивление? А, Влад, давай сейчас... Эта телега сопротивляется моему контролю, она двигается, нести трон. Да ладно. Я тебе дал арт, ну попробуй магический урон. А вы понимаете, что они все поступают и поступают? Мы не успеваем. Короче, надо идти спушить. Давайте просто пойдем. Ага, понял. Уже не пошел. Кто-то дефать должен. На эти волны. Твоя задача дефать. А вот, мы за Рошаном. Подожди. А, Лёнь, я не могу, это твоя. Твой предмет. А ну нажми на неё, Не нажимается. А, блин. Вот да. Она, давайте обратно. Я не могу по тебе попасть. Просто. Так, а мы можем пойти просто спушить? Да, мы можем. А почему это относится как ненормальное? А, тогда она убивает его. Кто кого убивает? А, Рошана? Рошана. О! Так сносим, убиваем Рошана. А то там сейчас крипов наспавнится больше, чем мы сможем. Я скилл не могу прожать. О, прожал. Ой. Хилищий ВД. Слушайте, а нам сейчас как победу засчитает или проигрыш? Победу, наверное. Мы ж Рошана-то не защитили. Капец, когда пульт туда атакует. А, там Женя пошел ломать. Что это такое? А, это мой ВД. А, мой курьер! Зачем курьера было забирать? О, мой курьер. О, Рошанчики, здрасте. И чё, типа, это смысл в этих крипах? Вообще бесполезные. Потому что они наши. Ой, а там нам сейчас пушат там. Игра будет закончена через 85 секунд. Ребят, нам сейчас трон снесут. А, понял, осталось дефать. А зачем мы, кстати, сносили за себя? Если мы потом поменяли в сторону. Уже, ну, уже не хороший крип. Было интересно туда-сюда ее. Капец, 7,5 миллионов урона. Она вышопнула нас всех. Тупо жесть. Помогает призывать могущественных демонов, это что?
О, ребят, смотрите, куда я забрался. Как ты там оказался? Это где? Я не понял. Что это такое? А где это я? Я призвал могущественного демона. Чё-то он какой-то не очень могущественный. Игра закончилась. Ну что, перевернули, как и обещали. Наконец-то получилось прикольно и интересно. Наконец-то мы это записали. Наконец-то я это выложу. Да, ну, честно говоря, я вот даже не знаю, что сейчас еще тут можно придумать, кроме как повышать уровень сложности. Так что, если есть какие-то идеи, пусть зрители пишут комментарии. Всего за 19 рублей вам может выпасть игра стоимостью до 700 рублей. ImbaShop — официальный магазин игр. Ссылка на него в описании.